На всех проблемных предприятиях, находящихся в муниципальных районах и городах, должны прежде всего создаваться рабочие группы и работать глава района, потому что это люди, которые проживают на этом территории, это работники. Надо делать все возможное для того, чтобы мы не только мониторили, контролировали, но и работали над предупреждением дальнейшего развития ситуации. Для этого рабочие группы должны быть созданы, они должны быть кроссфункциональными, они должны быть вертикально интегрированными, начиная от губернатора Вологодской области и заканчивая главой сельского поселения, главой района, главой сельского поселения. Должны быть вовлечены в эту работу все федеральные контрольно-надзорные органы, которые могут помочь, начиная от службы занятости населения и заканчивая Роспотребнадзором, Ростехнадзором, налоговой службой, для того, чтобы не мешать и не вставлять палки в колеса, а именно направлено на позитив, на решение этих вопросов, реструктуризация задолженности, значит, снятие каких-то административных барьеров, составление графиков выполнения предписаний контролирующих органов с учетом тяжелой финансовой ситуации. То есть это такая кроссфункциональная работа, которая должна осуществляться непосредственно на территории. Вы можете курировать ее в Вологде, но территория должна жить этим процессом.